Хочешь, хорошо. Чеши меня полностью. Полностью чеши, да? Молодец. 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 Да? Молодец. Чесон, скажи. Давай еще, да? Лапу дашь? Дашь лапу? Давай лапу почешь. Давай лапу почешь. Давай лапу почешь. Давай, ой, господи. Далее, так и быть, скажи, чеши только аккуратно, да? Другой давай. По очереди будем чесать, да? По очереди чесаться будем. По чесунке. Как вам? Как чешется? Как чешется? Хорошо, скажи, чешется, да? Хорошо чешется. Что? Что? Молодец какой. Молодец. И вот так вот, чем длиннее у нее будет шерсть, тем чаще мы будем чесаться, да, Соня? При данной шерсти желательно чесать ее минимум раза, наверное, 2 в неделю. Минимум, а лучше 3. Если еще где-то месяцок-2 шерсть у нее подрастет, то чесать ее уже будет надо каждый день. А дальше, уже будет полная жопа. Спасибо. Дальше уже желательно вообще 2 раза в день. То есть и утром, и вечером. Ну ладно, давай. Давай заканчивать наши почесушки, да? Да? Дай лапу напоследок. Дай лапу. Ну да, будьте молодец. Все. Давай, пока, да?